Да, начинали очень хорошо, но не справились с приемом, надо будет еще поработать над этим элементом побольше. Силовая подача присела получилась тяжелая для вас, да? Да, мы хоть и тренировали на тренировках ее подачу, как бы имитировали, но она оказалась сильнее. На самом деле мы всегда так настраиваемся, да, но иногда что-то получается, иногда что-то нет. И сегодня, вот, к сожалению, первая партия не справились с силовой подачей Брисио. И это, я думаю, что это нам просто не позволило выиграть первую партию. Вот, хотя на тренировках много мы работаем над приемом силовой подачи. Ну, молодцы, Казань. Я понимаю, что они были после переезда, и мы понимали, что у нас есть хороший шанс. Сегодня играли, ну, с полной отдачей. Я думаю, что если мы так будем в таком вот духе, все-таки победы придут. Ну, после турецких игр, наверное, да, эмоциональный фон не лучший был. Потому что там после таких игр тяжело настраиваться. Плюс еще команда «Протон» всегда играет в такой вязкий волейбол, который много разрушает соперника. Плюс у нас календарь такой сложился, что практически без выходных. Больше 10 дней работаем, поэтому подустали где-то. Сейчас девчонок будет полноценный один выходной. Будем готовить к дальнейшим играм. Как только в первой партии не выполняли установку в начале, поэтому такой результат. Как только начали выполнять, все стало получаться. Мое мнение, что, может быть, мы в каком-то сейчас психологическом спаде, потому что у нас была тяжелая игра в Турции, и мы очень расстроены были после нее, потому что, можно сказать, упустили там победу просто из рук, и это две партии, а потом все пошло. И сейчас надо чуть нам пережить это, переломить ситуацию и вернуться в русло, в рабочее, в такое позитивное.